Приверженец ХНР Юрий Апухтин получил 6 лет тюрьмы. Полиция совместно с прокуратурой Харьковской области разоблачила 47-летнего жителя Чугуева, который торговал фальсифицированным алкоголем. Благодаря депутатам Харьковского облсовета чернобыльцы и люди с инвалидностью стали немного богаче. Это Харьков, это Накип Тимошенко. Здравствуйте. Харьковская команда «Накипела» отправилась на 5-й Львовский медиафорум. Проехав около 1000 километров, мы не переставали внимательно следить за харьковскими событиями. Утром 24 мая глава МВД Арсен Аваков и военный прокурор Анатолий Матиос провели экстренный брифинг, на котором рассказали о самой масштабной антикоррупционной спецоперации в отношении работников налоговой. Что известно нам? Силовики провели 454 обыска в 15 областях страны. Задержали 25 фигурантов уголовного дела, экс-руководителей областных и налоговых и их замов. Среди задержанных наш Станислав Денисюк и его преемник Андрей Раздайбеда. Матиос лично предъявил подозрение Денисюку, обвинив его в реализации в Харьковской области преступной схемы Александра Клименко и нанесении ущерба в 308 214 835 гривен. Знаем, что задержанных доставляли вертолетами в Киев в Печерский суд для вынесения меры пресечения. На 18.00 24 мая в суд доставлено 8 подозреваемых. Двоим налоговикам удалось сбежать. Генпрокурор предложил им сдаться. За 15 миллионов гривен отпустили под залог экс-главу Луганской области администрации и налоговой Александра Антипова. У него в сумке при обыске обнаружили 3 миллиона долларов. У прокуратуры, МВД и военной прокуратуры разные источники информации, потому что Матиос заявил, что это первая волна задержаний, Луценко сказал, что это финальная стадия. Прокуратура думает, что всего задержано 22 человека, МВД, что 25, Матиос уверен, что их 23. Может, все это разные люди, и их нужно суммировать. Теперь нас всех интересует, что будет дальше. Покупаем попкорн. Для короткого выпуска достаточно. Все подробности на сайте накипело.ua. Слушайте нас на Радио Рокс и в Фейсбуке, смотрите на Ютубе и в приложении Телеграм. И не забывайте читать блог Инны Роменской. Все только начинается. Это был подкаст «Накип Тимошенко».